Мой фюрер, день и ночь не стихая идут тяжелые бои. Тяжелые бои? Это хорошо. Значит, маскировка сработала. Русские ждали наше наступление и подтянули сюда резервы. Теперь, господа, наступает время операции «Блау». Мы начнем ее 28 июня. июня 1942 года вермахт нанес свой главный удар на левом фланге Южного фронта. Тот самый, в глубокой тайне подготовленный план Блау. В сражении с обеих сторон действовало свыше 2 миллионов солдат, более 2000 танков, 2000 самолетов. Советские войска с тяжелыми боями.